ПДД появился новый сигнал светофора. Раньше был в виде эксперимента, а сейчас официально закреплен. Это белолунный пешеход, который моргает для водителей. Он предупреждает, что вы можете повернуть направо либо налево, но вам при этом необходимо будет уступить дорогу пешеходам, которые переходят в проезжую часть. То есть одновременно будут пересекаться и транспортные, и пешеходные направления. Раньше это было запрещено, но практика показала, что ничего страшного в этом нету, а из-за этого увеличиваются только пробки. Поэтому с новой секцией водители предупреждают, что, соответственно, надо пропускать пешеходов. И вроде и пешеходы довольны, и водители довольны. Видели ли такие секции и понимаете ли их смысл?